одна за другой над обью богатырские вышки. Эстафету от вышкарей принимают буровики, вот такие, как мастер Георгий Еремин. Работал он и на Каспии, и в Краснодарском крае. А теперь вот сибирская земля ему в ножки кланяется. Только сильному покоряется земля и платит дань черным золотом. Еще совсем недавно сомневались, а есть ли она, сибирская нефть? Только вот однажды пришел такой застенчивый на вид паренек, испытал, как положено оператору, очередную скважину на сибирской земле, и ударила по болотам черная струя. Ну, какая она? Пустая или заветная? Есть сибирская нефть. Есть. Ни сказка, ни фантазия, реальность. Есть и уже готова служить людям.